Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. В последние дни очень много приходит вопросов, сомнений, а правда ли в такой маленький юнибус войдет 14 человек? И правда ли, что он не развалится, что он все это выдержит? А вот мы решили провести выставочный эксперимент, собрали 14 человек, и сейчас вместе с вами попробуем убедиться, так ли это. Итак, считаем. Вперед, Виктор, первый, второй, пошел, третий, мы как парашютистов выпускаем, четвертый, пятый, все пока живы, шестой, полет нормальный, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый, Настя. 15-й. Перевыполнен план. Так, ну если я 16-й сюда войду... Можно еще. Крис, еще одному Крис, можно. Крис. 16 будет. Это будет 16. Так, ну что же. Все работает. Как вы себя чувствуете, господа? Места хватает? Головой не упираетесь? Нет, нормально. Еще есть. Ну, и для 17-го. Итак, рекорд взят, места осталось еще достаточно, и поэтому я думаю, что в любом случае, если что-то изготовлено по струнной технологии, то это дело ждет успех. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу aerospacedefensesystems.com. Поддерживайте наш проект, вы будете в шикарной компании. Строй SkyWay! Построй планету! Хорошо! Ну да. Ну вы молодцы. Смотрели, как вы. Классно. Спасибо. А вы что, удивлялись? Все, что мы показываем, это реальность.